А Коста по-новому. Премьерный показ оперы «Коста» в новом прочтении с успехом прошел во Владикавказе. За два дня постановку посмотрели более 1000 зрителей. Автор оперы – осетинский композитор Христофор Плиев. Он написал ее в 1960 году к столетию со дня рождения Коста Хитогурова. Последний раз спектакль был показан на сцене Владикавказского театра оперы и балета в 1988 году. Спустя 30 лет опера зазвучала по-новому. Сюжет основан на реальных событиях из жизни поэта. Оперу дополнили хореографией и мотивами творчества Коста. Музыкальным руководителем постановки стала Лариса Гергиева. Постановщик – народный артист Северной Осетии Анатолий Галаув. В спектакле заняты солисты театра оперы и балета, участники Мариинского театра из Санкт-Петербурга и артисты Тегорского государственного драматического театра. Опера вся пронизана хоровыми сценами от первой ноты и до последней. Хор участник этой оперы. Я бы даже сказала, главный участник, потому что главный герой этой оперы, именно оперы, народ. Понятно, что Коста Светоч, Коста человек, которого, ну, просто как манна небесная, значит, осетинский народ ждал, и он пришел. Но в опере, в общем-то, именно хору принадлежит такое, очень большое место отводится в этой опере.